«Карта болельщика» — это новый цифровой сервис для безопасного и комфортного посещения футбольных матчей. Она нужна для покупки билетов, оформления абонемента и права доступа на стадион по аккредитации. Подать заявление на оформление можно с 4 июля на портале Госуслуг. Также не забудьте сделать карту для своих детей, если вы идете на стадион вместе. Выберите услугу «Карта болельщика» на главной странице сайта. Проверьте корректность паспортных и контактных данных, а также данные свидетельства о рождении ребенка. Загрузите портретное фото на светлом однотонном фоне. После отправки заявления посетите МФЦ для подтверждения личности. Возьмите с собой паспорт, а для детей — свидетельство о рождении. Если вы уже загрузили фото ребенка, то его личное присутствие не требуется. Если внесенные данные корректны, проверка займет всего пару минут, и карта болельщика в скором времени появится в личном кабинете. Там же будут храниться ваши билеты. Подтвердить личность можно в МФЦ 11 регионов, а оформить заявку с нуля офлайн в МФЦ в 5 регионах. С июля по декабрь 2022 года покупка билетов с привязкой к карте будет нужна только в 5 городах: Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи. Собираетесь на матч, но в вашем регионе оформление карты еще недоступно? Вы все равно можете ее получить. Подайте заявку на госуслугах, а подтвердите ее в МФЦ одного из 11 регионов участников программы.